Доброе утро, друзья. Сегодня суббота. Пришел сегодня пораньше. Время 8:30. Ну вот только-только расцвело. На улице идет дождь. 6 февраля сегодня, по-моему. Идет дождь. Точно 6. Суббота. Время 8:30. Посветлее включу, как-то грустно, а то. О! Сейчас закормимся. Ну, продолжаю рассказывать, как идут дела на 15 метрах. Ни разу не сидел. И в этом году решил, вот просижу почти всю зиму, ну как будет позволять все это, и желание, и это все, терпение хватит на 15 метрах. Так что буду рассказывать. РБК, конечно, это, как всегда, настрой хороший. Посмотрим, как день покажет. Так, малиночка у нас хорошенькая, живая. Ну что же, пришел, кстати, вот пришел. Вот, водичка. Лунка не замерзшая, крутить ничего не надо. Но он не сужается, хоть и тепло, не замерзает, но они сужаются в диаметре. Так что, ё-моё, будем на вчерашнюю ловить, так как она свежая. А эти решили это дождаться, когда затянет. И потом уже заново просверлить. Вот почему, оказывается, надо много отверстий и лунок, что их затягивает. Ну все, разматываюсь. Кормимся. Сегодня буду кормиться мормышем. И подкормочную малинку никогда не брал. Сегодня решил взять. В этом году решил. Ну, как люди, также смотрю видео всякие там. Люди ж килограммами кидают. Блин, не знаю. Может быть, в этом есть эффект. Какой-то он мне кажется сомнительный. Если рыба не клюет, хоть ты там тазиками завались. Я вот так считаю. Так, сейчас малиночки, щепоточку. Кормушечка у меня маленькая, но я ей кормлю чаще, почаще. Люблю кормить ей. Чтобы там движуха была внизу. Небольшая, но... О, мормышок. Все. Сухарики потом. Там они уже есть на дне, я думаю, все равно попахивает. Надо, чтобы движуха была. Все, пошла. 15 метров. Ну это капец. Умрешь ждать, когда она опустится. Все. Ждем. Настроение хорошее. Как день покажет. Ах да, хотел сказать еще. Лед стал тяжелый, так как дождь. Вчера плюсовая температура была в феврале. Лед стал тяжелый, из лунок вода пошла. Ну, сейчас на льду водичка стоит. Это хорошо или плохо? Ну, только дискомфорт рыбакам создает, я считаю. Ну и домик придется дергать постоянно. Не знаю, на кучки ставить, чтобы это лыжи не пристыли, потому что послезавтра уже минус обещают. Погода изменчивая. Вчера ветра не было, сегодня ветерок пообещали. Он дует, и ветерок, и снежок. Что-то эхолот вообще ничего не показывает у меня. Что за дела? Давай, просыпайся. Ну, что-то с кабелем проблема, наверное. Пошевелишь, раз появится. Блин, только опустил, до дна не дошло. Но это классика, конечно. Вот только опустил и опять, и сразу клюнуло. Ну, блин, небольшое что-то идет. Небольшое. Блин, ну это порадовало уже, опять порадовало. Блин, ну вот это вот надежда каждого рыбака.
Ой, полосатик идет, далеко видно. О, на верхний. На верхний. О, ну, небольшой, но не на мелководье. 250 где-то грамм. Хорошенький. О, порадовал, блин, друзья. Вот только, я думал, это, ну, как всегда, что-то не идет, раз, придавило опять. Пойдет. Ура, рыбалка. Уже удалась, блин, вообще класс. Ну, погода, конечно, обманывает. Погода меняется, но все-таки не в этом дело. Не знаю, в чем это дело. Рыбак во все верит, почему не клюет. И в полнолуние, и в погоду, и в давление, и перемена погоды. Не знаю. Рыба, мне кажется, ей пофиг. Когда захотела, тогда и пожрала. Но когда захотела, вся не клюет. Когда захотела, вся клюет. Вот не знаю, что сегодня день покажет. Прикольно. Мормыш сработал на верхний крючок. Только опустил. Стоит уже, ждет меня, караулит. Идем. Да, надо кого-то поживее, блин. Поживее надо. Окунь завтракать пришел. Ну, знаете, ребята, ну, мне кажется, и, блин, меня радует вот это вот. Пришел, луночки уже просверлен, закормил. Пришел, причем в чистом, не в каком-то там рыбацком. Повседневки. Сапоги, конечно, делают зимние. И тут это не сапоги, а эти чулки их называют. Мне они нравятся. Сапоги они твердые, деревянные, а эти вот, как, я не знаю, как тапочки домашние, мягонькие, все, идешь, не паришься. Так, первая, ребята, рыбка пошла. О, о, задергался, красавчик. Айзек задергался. Красота, та-та-та. Блин, движуха пошла внизу, там что-то есть. Эхолот проснулся. Прошло минут 15, наверное, пока тут то да сё. Надюха позвонила. Сейчас опускаю, блин. Хочется побыстрее опустить, а он не опускается. Еще даже вторую, хотел еще вторую удочку поставить. Сейчас посмотрим. Классно. Классно, да давай уже опускайся. Так что, ребята, утро замечательно началось. Прям я как... Ну, каждый день идешь на рыбалку с такой большой... Случайно дождался, блин. Время, блин, 2:30 уже. Блин, цепанул ту удочку, что ли. Да где-то там, сколько можно-то, а? Судачок подошел. Маленький. Подожди. Я отцеплю тебя. Подожди. Отцеплю. Подожди. Блин. Он тут перемотал удочку. Подожди, подожди. А, блин, тебя не отпустить. Не отпустить. Кишки вылезли уже. Все, он уже не выживет. Ну что, можно пожарить на сковородочку? Ладно. О, блин! А! Ушел! Ушел! Офигеть! Кто-то еще клюнул. Так, итог сегодня по рыбалке. Всего две штучки. К сожалению, небольшие экземпляры, судачок маленький, вот 200 грамм, окушок
больше нету сегодня. Видимо, все-таки погода влияет. На улицу хоть не выходи, до сих пор дождь идет, снег с сильным ветром. Интересно узнать, как у других дела. Сейчас дойду до дома, посмотрю. Хотя можно сейчас посмотреть, как дела. Вконтакте группа «Рыбалка на Белоярке». Всем привет. Только с Исетского. Немного удалось половить. Ну, немного так. Нормально, штук 15. Офигеть. Но это не на Белоярке. То есть, а что там, рыба не влияет. Так что, порыбачили, отдохнули. Посидели. Двух штучек поймали. Все собираюсь, луночки сворачиваю. Ребята, может, вечером еще пойдут на ночь. Так что всем ни хвоста, ни чешуи. Пока.